Как Бенни Бенасси с помощью пилы покорил мировые танцполы. Он первый, кто додумался не заморачиваться с синтезаторами, а взял самый простейший электронный звук из всех возможных и с его помощью написал мировой хит Satisfaction. Смотри, как просто. Открываем любой синтезатор на заводских настройках и просто делаем так. Добавляем бочку и вперед погнали покорять танцполы. А тут вы спросите, а при чем же здесь пила? Именно так называется этот простейший звук за свою форму.